Муниципальная охрана нас уведомила о том, что в связи с тем, что у них открывается сезон пляжный, они снимают охрану. Для того, чтобы обеспечить охрану данного объекта до передачи объекта реставрации выигравшей тендер компании, мы провели переговоры с компанией «Легион», которая охраняет другие наши объекты, и в ближайшие дни будет выставлена охрана этой компании до передачи подрядной организации. Мы своими силами закроем ворота и, надеюсь, в ближайший день-два появится охрана, с которой мы подпишем договор.